С начала чудотворной мощи из Иерусалима по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора прибудут в краевую столицу. В Свято-Екатерининском кафедральном соборе они пробудут неделю с 11 по 18 октября. И уже 18-го христианскую святыню привезут в Сочи. Во Владимирском храме ковчег будет находиться вплоть до 21 числа. Храм будет открыт с 6 утра до 11 ночи. И любой желающий может прийти сюда и помолиться перед величайшей святыней, попросить Иоанна Крестителя о своих каких-то просьбах. Богослужения будут совершаться в нашем храме ежедневно по расписанию. Мы приглашаем в наш храм всех жителей и гостей нашего города. Для православных верующих нашего города и края это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам проповедника и пророка, которого почитает весь христианский мир. Считается, что Иоанн Креститель – ближайший предшественник Иисуса Христа. Как гласит Евангелие, он вел строго подвижнический образ жизни и призывал современников к покаянию. Правдолюбие предтечи стоило ему жизни. Его обезглавили за обличение нечестивой жизни царя Ирода. Ковчег с мощами святого постоянно находится в древнейшем христианском храме греческого монастыря Иерусалимской патриархии.